Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим, что же я заказала в этот раз на сайте Shein, кто как его называет. Я его всегда называла Shein, но я так понимаю, что правильно называть Shein, она в. Хотя продается на этом сайте не только одежда для девушек, но и обувь, и одежда для детей. Кстати, очень много я из одежды для детей покупала. Я не могу сказать, что я на 1000000% довольна от заказа, потому что сейчас на мне вы видите вот эту рубашку, которую я вообще не понимаю, для чего она у них предназначена. Я ее изначально покупала как рубашку для лета, но на самом деле мне кажется, что это такой вариант парео для моря, потому что она крайне-крайне прозрачная, очень тонкая и сверх склонна к тому, чтобы быть мятой. Ну, в общем, я честно не рекомендовала бы вам ее к покупке. Единственное, что я знаю, что есть люди, которые прям вот любят такие вещи а-ля марля, знаете, вот это именно то. Дальше остальное все будет, кроме еще одной кофточки, это джинсы. И вот джинсы — это как раз то, ради чего я в принципе обожаю Shein. Я очень люблю этот сайт, потому что все джинсы, которые у меня сейчас есть, это все джинсы оттуда, и те, в которых я сейчас, не исключение. У них очень классное качество, у них очень классный размерный ряд, который подходит. Мне очень нравится, что у них высокая посадка. Я потому что очень люблю джинсы с высокой посадкой. И конкретно эти я купила в 32 размере. Если хотите, я под видео буду оставлять не только ссылки с вещами, но и размер, в котором я покупала. У меня 1,74 м рост, и на меня они даже не короткие. Я не очень приверженец коротких джинс. Сделано все нереально классно. Я ближе покажу фурнитуру, вообще все шовчики, все покажу близко, чтобы вам было понятно и чтобы можно было рассмотреть все. А вообще я очень довольна джинсами и очень недовольна кофточкой. Поэтому считаю, что о неудачных покупках тоже надо говорить смело, так как неудачные покупки тоже имеют место быть. Следующие джинсы — это обычные синие джинсы с потертостями, я бы даже сказала, с дырами. Здесь это все пришло таким, это не я сделала. Они тоже полностью на мой рост. Это размер L, он на рост 175. И прям не укорачивать, не удлинять ничего не надо, никаких проблем насчет этого нет. Очень тянущиеся, стрейчевые, удобные, комфортные. И, кстати, я хочу сразу сказать, что я не могу сказать, что это какой-то супер дорогой магазин. Очень бюджетная цена у этих вещей. И футболка моя. Я просто не хочу в той марле вам показывать. Хочу, чтобы вы понимали, как они будут смотреться. Спереди два кармана, сзади два кармана. Все как бы по классике, ничего особенного. И радует только то, что я знаю, что эти джинсы очень классно носятся, и что я буду носить их с удовольствием. Почему купила еще? Потому что те, что у меня есть, уже не новые, захотелось на весну что-нибудь новенького. И для того, чтобы гулять с детьми, для того, чтобы ходить в магазин, в садик и так далее, идеальный вариант. Еще одни джинсы — это чистая классика, которую можно одеть и каблучок с рубашечкой под них. На них нет ни потертости, ничего. Эта джинса намного плотнее, чем у обоих предыдущих джинсов, и мне эти джинсы однозначно очень нравятся, очень они классно сидят, и я вообще люблю вот такой цвет, не синие джинсы, а темные. Мне очень нравится, я вообще джинсами довольна, я прям переживала, чтобы все подошло. Это размер 31, и так странно, у них где-то есть размерная сетка SML, а где-то по цифрам, нужно разбираться. Но вообще муж меня всегда хвалит, он говорит, что, ну, я много лет уже у них заказываю, я уже поняла, как, что, и всегда смотрю на отзывы, очень люблю их отзывы, потому что они с фотографиями, и можно понять, как вот там очень много девушек, и все равно хочешь не хочешь, увидишь, какая у тебя фигура, как они будут на тебе сидеть. Классные, в общем, джинсы, довольно, безумно, буду носить с удовольствием. И еще раз повторюсь, что могу их носить и с кроссовочками, и с туфельками, будет тоже хорошо, потому что такая классика, классик. Еще я заказала такую необычную кофту. Я хочу сразу сказать, что
Я ее заказала не себе, хотя ее муж увидел, ему она понравилась. У Сереги есть тетя, и она очень любит такие вещи, экстравагантные, на мой взгляд. Я увидела, мне она показалась интересной, а-ля такой кардиган, но не нараспашку, а слитный. Он очень приятный к телу, это 100% хлопок. Я думаю, что он будет очень хорошо стираться. У меня есть с этого сайта вещи такого качества. Они бесподобны в носке, если можно так назвать. И я надеюсь, что ей понравится, потому что я все-таки думаю, что я не оставлю его себе, а подарю ей. Это тоже размер L. Девочки, если кому-то такое нравится, она очень любит, чтобы все скрывала. У нее немаленькая грудь, и она носит такие вещи. Поэтому... это будет такой а-ля подарок на 8 марта ей. Мне кажется, очень даже симпатично. Вот такой был небольшой, но очень классный заказ из сайта Shein. У меня внизу всегда есть ссылки на вещи, которые я заказываю, а также всегда есть промокод на скидку. Обязательно пользуйтесь им, потому что я пользуюсь точно таким же промокодом. Не вижу в этом ничего такого. Считаю, что нужно экономить, если есть возможность, если есть всякие купончики и скидочки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Очень хотела с вами поделиться. Очень, вообще очень довольна. И хочу сказать сразу, что как только выложу видео, я уже посмотрела, что на Shein новая весенне-летняя коллекция. И, конечно же, мне все нужно, мне интересно. Так что проходите, тоже посмотрите. Прям уже... На улице, я не знаю, как у вас, а у нас пахнет весной. К тому же, самые внимательные подписчицы знают, что у меня сегодня, я снимаю 2 марта, у меня сегодня у сына день рождения, и поэтому у меня вообще прекрасное настроение. Так что, если вы хотите сделать мне приятно, то я буду рада вашим поздравлениям. Спасибо большое за просмотр, и всем пока-пока!